мы переходим с вами к изучению вариации движения Indian Step. Мы также, как и кросс-степ и сальсо-рок, с вами попробуем выучить несколько вариаций. Но для начала я вам напомню, как выглядит движение Indian Step. 1, 2, 3. Я надеюсь, вы готовы, и мы приступаем к изучению первой вариации движения Indian Step. Делаем Indian Step вправо. Мы делаем кик, смена, заступаем левой ногой, показываем нашу правую ногу и зацикливаем движение, не переходя в другую сторону. Мы делаем такой переход и делаем double Indian Step. Еще раз, я перенес весь тело на правую, на левую, правая, левая. Теперь я перехожу в другую сторону. Смена, рисую полукруг, делаю кик, смена, Indian Step, левая нога, правая, левая, правая. Думаю, разумно будет назвать этот Indian Step Double Indian Step. А теперь разберем это движение под счет. Я делаю кик, счет, раз, смена, и заступаю левой ногой, два. Дальше все идет через счет и кик, три, и смена, 4. Меняю сторону и рисую полукруг, делаю кик, 5, и смена, 6. Также зацикливаю, и 7, и 8. Все. Теперь мы постараемся сделать это движение чуть быстрее. Поехали. 1, и 2, и 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8. 1, и 2, и 3, и 4, 5, и 6, и 7, и 8. А теперь мы с вами попробуем сделать Indian Step под музыку. Let's go! Вариация движения Indian Step номер 2. В этой вариации мы добавим с вами вращение. Мы делаем Indian Step, кик, смена, заступили левой ногой и делаем вращение по часовой, делаю кик и завершаю движение Indian Step вправо. Перехожу в другую сторону, смена, заступил и делаю вращение теперь уже на правой ноге. В этот момент я делаю, заметьте, кик левой ногой и завершаю движение влево. Заступил, еще раз. Кик, смена, заступил, вращение. Кик, смена, заступил. Перешел в другую сторону, кик, смена, заступил, вращение. Кик, смена, заступил. Давайте попробуем разобрать это движение под счет. Я делаю кик, счет, раз, смена, и заступаю, два, вращение идет на счет, и на счет, и три, делаю смену на счет, и заступаю левой ногой, 4, меняю ноги, и раз, и два, вращение идет, заметьте, на счет, и три, в этот момент делаю кик, смена, и 4. Движение довольно быстрое. Давайте попробуем сделать теперь это движение под музыку.